Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game. И мы продолжаем проходить VICCP. Значит, в прошлой серии мы мучились с бомбой. Так, и ко мне подступила информация, что я с телефончиком-то неправильно все делал. Давайте сейчас сначала кофе выпьем. Оказывается. Да пей быстрее уже, блядь, залпом всю кружку, чё ты дрочишь её? Оказывается, там я все неправильно делал, потому что там, значит, коммутатор. Вот этот вот. Да что ж ты, блядь. Вот эта хуйня средняя, она сломана. То есть мы вот это все поебень, вот это все откручиваем и соединяем напрямую, блядь. Ну а кто ж знал-то? То есть тут даже нажимать не надо, да, по сути? Так, что это человек, значит? Давайте сначала попробуем с телефоном разобраться. Ну и этот, похуй. Тыкнем это. Давайте прокрутим. Вот эту всю хуйню прокрутим. Сразу. Файлы. Так, это... Нет, это не то. Это не то цифры. Где у нас эти гомики-то? Нет, это тоже не то. Сука, это тоже не то. Подожди. Вот, персонал, что я туплю-то? Персонал. И он, кстати, каждый раз меняется. Каждый раз там новые какие-то. Что такое? Что случилось? А что произошло-то? Я что-то не понимаю. Алло? Сразу все это откручиваем, нахуй это подсоединяем, закрываем. Персонал аккуратно. Вот это первую пропускаем сразу. Досье. Ремонтник. А хуй знает кто. Блядь, да что ты, сука? Говно. Персонал. Вот этого мы включаем. Хуй сосать, да? Хорошо. Вот этого. Так, личный номер. Ну-ка, давай, да. 4. 1. 6. 8. 3. Что такое? Ремонтник. Ну ладно, давай. Вот здесь. Все, пизда. Ладно. Ладно. Вот это. Это номер вообще телефона, я понять ничего не могу, блядь. А, стойка. А ну-ка, если мы. Так, получается, что тут 4 кнопки? 4 цифры, точнее, 9, 6, 14. Ну-ка, давай попробуем. 9, 6, 1, 4. Пожалуйста, видите 3 цифры? Чё, охуели, что ли? Какие 3 цифры-то? Какие 3 цифры? Вы чё, блядь? 1. 1, 2, 3. Типа, пошел нахуй, да? Так, хорошо. Так. Давайте, знаете чё? Знаете чё? Личный номер, подожди. Так, повесь, нахуй. Ремонтник. Доступ. Да, личный номер. Личный номер, это личный номер его, просто типа номер досье. Ну-ка, давай, подожди, 4. 4.
4. Все понятно, это все хуйня, значит, это все досье. Досье — это все полная чушь. Нихуя себе. Да? Успешно. 3-9-9. Подожди, блядь. 3-9-5-2. 3-9-5-2. Я записал на всякий случай. Хуй его знает. А, так, хорошо. Настройки системы, диагностика, контроль, диагностика. 3-9-5-2. Доступ запрещен. А какого хуя? Скажите мне. А чё это тогда? Тогда это что? 9-3-5-2. Контроль доступа. 9-3-5-2. Хуй сосай, да? Да, это значит, это что-то не то. Ну-ка, давай. 3-9-5-2. Да, хуйня какая-то. Я, в общем, ничего не понял. Так, давайте, ладно. Давайте мы сейчас подсоединим компьютер. Ага, не то я подсоединил. Подожди. Может, вот это и надо было? Ну-ка, диагностика. Теперь, может, что-то заработает. 3-9-5-2. Доступ хуй сосать. Хорошо. Сеть. Ну-ка, давай. Сеть. Модем. Видите номер? Телефонный номер. Сейчас, подожди. 3-9. Может, это? 3. Блядь, подожди. Что я делаю? 3-9-5-2. Соединение с... Нет соединения. Так, 9, сколько, 14 что-то? 96-14. Ну-ка, вот это может. Модем. 96-14. Нет соединений. Все, недолго музыка играла, блядь. Модем. Безопасность. И чё, подожди, безопасность. Ошибка подключения, подключите линию, да. Давай вот это раскручиваем, вот с этим скручиваем. Безопасность. Кнопочку тыкнули. Ну. И тут пароль. Соединение с КПП. Блядь. Что опять? Открыть шлюз. Привет, впусти меня. А кто ты? А, личный номер... 441. Не знаю, там, по-моему, было не один. Ну, давай впустим. Так, люк открывается. И заходят какие-то хуйманы с автоматами. Все, пизда мне. Я впустил каких-то оленей. Пожар, огонь. Да, все, короче, пизда мне. Ну, чё, ново? Чё, ко мне идут? И кровь давай. Да положи ты трубку, успокойся, все. Тихонечко умирайте все. 4-4-4-1. Да, все, я так и знал, что меня застрелят. Прикол в том, что... Надо печатать, распечатывать вот сюда это все дело. И только тогда уже можно будет... Так, давайте, знаете что? Так, понятно, меня застрелили. Атомную бомбу! Ребята, давайте все-таки с ней порешаем вопрос. Я подсмотрел правильные прям вот эти вот лабиринты из кнопок.
Я, чтобы не ебать голову, там, не угадывать дальше, а то это, сука, все долго. Целую серию потратил в прошлый раз на это. Нахуй оно надо, правильно? Бля, сейчас начнется вот это опять дрочь. Да что ты, блядь? Ну-ка. О! Так. Все, значит. Один, два, три. Это я все по памяти, по памяти, по памяти, по памяти. Сюда, сюда, потом сюда, сюда. И вот тут начинается. А, нет, это тоже по памяти. Сюда. Сюда. Потом вот сюда. Сюда. Три. 4, 5. Потом, блядь, да как это? А, не, блядь, чуть не то тыкнул. Вот это. Вот это. Вот это. Потом вот это. Вот это. Вот это. И вот это. И вот это. Сука, бля, когда это закончится уже? И вот это. Таймер встал. Ну, давай, дергаем. Бредотня. И чё я, блядь, это всё? Ускорял, что ли, это всё? Ускорял процесс взрыва? Ну и пиздец. И чё мне дали? Взорвал. Ну и чё, подожди. А то, что я не успел до этого тогда, чё? Я вот... вот я это и ожидал, что типа 5, 4, 3, 4, 1. Бфф, и всё. И что это такое было? Должен взрыв быть? Взрыва не было. Меня просто скипало вот опять же на этот рабочий стол. Так. Хорошо, давайте сделаем теперь тогда... распечатаем всех гомиков вот сюда, чтобы, блядь, я безопасность врубил, и тут сразу у меня все показало. Так, это пьем, это открываем, это пьем, это мы раскручиваем все нафиг, соединяем интернет, интернет соединяем, персонал мы попутно, короче. Ага, все, пиздец. Хорошо, так, это стакан пустой. Вторая. Печатаем. Их трое должно быть, вроде как. Так, все отлично. Распечатали. Все, медик. 78701. Ну-ка, вот это говно. Все, это, конечно, да. Теперь вот это. Хорошо, вот это. Ага, и два нижних, они типа комси-комса должны быть. Так, офицер. Печатаем, сейчас заклинит. Да? Кстати, вот я подумал, да, в VR, наверное, было бы интереснее играть в эту игру. Сидишь такой за пультом, пися такая деловая. Крутить можешь там головой.
Так, хорошо. И вот этот. Все, печатаем. Сразу, если какой-то хуй придет, сразу. Ага, проверили. Тебя в списках нет, пошел нахуй. Так. Компьютер. Компьютер мы подключили. Сеть. А хуй там, да? Гудков нет. Гудков нет. Давай соединим вот так. Тут у нас что? 9765. 9765. 9765. Пожалуйста, введите три цифры. Девять. Я вообще не ебу, для чего это. Ожидайте. Да? Хорошо. Ожидаем. Так, сеть. Модем, настройки системы. Диагностика, выключение, контроль доступа. Да! Я записываю. Успешно. Ну давай, давай, говори. 2, 7, 7, 2. Хорошо, контроль доступа. 2, 7, 7, 2. Доступ запрещен. Так, вешай трубку. Диагностика. 2, 7, 7, 2. Тоже хуй сосать, да? Все, я понял. Я вас понял. Давай компьютер соединим тогда. Диагностика. Теперь что? 2, 7, 7, 2. Хуй сосать. А почему так, я не понимаю? Ну-ка. 2, 7, 7, 2. Хуй сосать. А чё ты... А! А! О! Модем, сеть. Ну давай вот так, может. Блядь. 2, 7, 7, 2. А зачем три цифры вводить? Я неверный, может, какие-то ввожу? Соединяем с... Нет соединения. Кем меня должны соединить? Ладно, давайте дрочить не будем. Давайте мы соединим безопасность тогда. Так, подожди, и чё? А как я... А, настройки системы или подожди, сеть? Модем, безопасность. А, во, безопасность. Точняк. Так, досье. У меня досье нахуй все есть, блядь. Так что давайте, не пиздите мне тут. Стоямба. Алло. Ну, 4-5-5-5-8, медик. Сейчас, сука, я проверю тебя, пидораса. Так, медик, офицер, ремонтник. 4-5-5-5. Не-не-не, хуило, ты какой-то вообще мутный. Ты таких нету. Открыть шлюз? Нет. Пошел нахуй. Сейчас нужно всех троих запустить, что ли? Ты кто? Привет, пусти меня. Ремонтник. 9-12-31. 9-13-9-13-31. 9-12-32. 9-12-31. Нет, пошел нахуй, ты что-то пиздишь. Мутный какой-то ты хер. Все, пошли нахуй. Следующий. Нихуя, придут сейчас с автоматами, пидорасы, да? Алло. Пожалуйста, откройте ворота. Офицер. 4-68-45. 4-68-45. 4-68. 4... О, стоять. 4-60.
8.45. Офицер 4.68.45. 4.68.45. Да, вот этот. Вот это ты верно все. Это ты он. В смысле? Кто это? Блять! А как так-то? Да что это такое-то? Подожди, я ничего-то не понимаю. Офицер, 4.68.45. 4.68.45. 4.68.45. Офицер. А-а-а, сука. Он выглядит не так. Да? Блядь. Да все, я бронированный, мне похуй на ваши пули. На ком водочке может хряпнуть напоследок. Так, сеть модем, настройки системы, сеть модем, безопасность. Погнали, нам надо запустить троих хуеплетов каких-то. Сейчас мы будем выяснять это. Звони. Алло. Нет, откройте ворота. Ремонтник. 913-64. Ремонтник. Сейчас я посмотрю. 913. Нет, ты что, ёбнулся, чувак? Не-не-не, иди нахуй. Вот реально, они каждый там, блядь, с автоматом ходят просто. Мимо проходят и такие, о, ну-ка, дай-ка я попытаю, блядь, свою удачу. Зайду-ка. Позвоню-ка. Вот это что такое? Еще один, блядь. Алло. Инженер, 33634. 336. Еще разочек. Смотрим. Еще разок. 336. Нет, вообще, друг, ты какой-то странненький. Иди-ка ты нахуй отсюда. Алло, да? Пошел нахуй. Вот так я бы отвечал. Yeah. 930-15, инженер. 930-16, все понятно. Пошел нахуй. Нахуй иди, чучело. Мяучело. Следующий. Инженер, 930-16. Сука, а чё у него с прической? Доступ, да, должность инженер. Как-то у него какая-то причесочка, мне кажется, ну, странноватенькая, да? Не-не-не, друг. Иди-ка ты нахуй, не. Я не знаю, я не хочу. Я из-за прически сейчас рисковать не хочу. Ты выглядишь по-уебански, вот так скажу. А чё действительно, а чё если я вот не впущу того, кого должен впустить? Чё будет? Медик 82463. 82463. Это вот этот. Вообще не этот. Всё, иди нахуй тоже. Вот вы там далеко не расходитесь, вы кучкой просто вот, блядь, друг от друга можете отсосать друг у друга. Стоять там рядышком где-нибудь с дверью. Всех, кого я нахуй посылаю. Да. Во, инженер 930-16. Смотри-ка. Ну-ка. 930, инженер, правильно, да? 930-16. Вот, причесочка наискосок, усики, хуюсики, все как положено. Все, давай, ты заходи. Во, сразу номер вбился, значит, все нормально. Номер не вбивается, все значит пизда. Можно сразу скейпать игру и по новой начинать. Давайте, следующий. Называется угадай, блядь. Так, остался у нас кто? Ремонтник в очочках тоже. Причесочка наискосок. 549-23. 549-23.
Сразу нет, блядь. Сразу, я прям сразу могу тебе сказать, что ты пошел нахуй. Еще разочек напомним себе, кто у нас тут. Ремонтник и медик. Да? 969-549-23. 549-23. Алло. Офицер. Нет, ты идешь нахуй, дружище. Прости, но ты идешь нахуй. Так, ты. Ты кто такой? Медик 563. Нет, ты тоже идешь нахуй. Я не верю, а ты вообще не похож. О, медик, да? Медик. Так, вот это вот интересно. 929. Ну-ка, 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 ну-ка. 969-53. 900... Блядь, почти. Почти чувак угадал. Почти. Почти наебал, почти получилось. Следующее. Давайте сразу же, вы просто даже можете не перезванивать, трубку передавайте друг другу. Я сразу всех нахуй буду посылать. Медик 969-53. Еще разок, как ты там выглядишь? 969-53. Слушай, похож! Да! Черт возьми! Сразу давайте вы без вот этой хуйни. Все, вырубайте это все, да. В нахуя вы полностью ему открываете? Да хуя честь. Щелочку приоткрыли, он там бочком протиснулся, все, закрыли нахуй. Можно даже ногу прищемить. Что-то, блядь, ему такой шлюз, как будто я хуй знает, как будто, блядь, танк заезжает. Следующий. Давайте не дрочите. Ну чё, блядь, такое? Остался последний, кто он там? Ремонтник. 549-23. 549-23. Нет, сразу, все, иди нахуй. Зачем мне тыкать? Я бы сразу трубку ложил, я бы ему говорил, иди нахуй, и вешал бы трубку. И все. Это же занец канала бы. Нет, все, иди нахуй сразу, я не буду даже проверять, блядь. Ты поебал, уже не подходишь. Следующий. Говорю, трубку передавайте просто. К ебало свою к камере подносите. Медик. Нет, сразу. Какой медик, блядь? У нас медики все дома. Да. Ремонтник 910. Подожди, по-моему, там не 900, нихуя 10. 549-23, блядь. Ебало у него какое-то странненькое. 549. Блядь, как дрочит-то игра, а? Медик. 549-23, ремонтник. Блядь, иди ты нахуй. Номер правильный, но ебало и должность не подходит. Алло, сразу нет. Кто ты? Инженер? Нет, все, иди нахуй. 540, сколько, блядь, подожди там. 549-23. 549-23, ремонтник, да. Все, пошел нахуй. Медик, я тебя запускал уже, ты ёбнулся, что ли? Ты через куда вылез из бункера? Ты ёбнутый, что ты там делаешь? Да. Хуйна. Инженер. 549-23. Ну-ка, ся. Какой ты инженер, блядь. Чё за внешность такая? Я вообще, по-моему, таких не видел. Я боюсь, не спутать ли его с кем-нибудь. Нет, все, иди нахуй.
кто? Ремонтик, 549-23. Чё-то какой-то ты, блядь, друг. 549-23. Круглые очки, ну-ка, ремонтник. 549-23. 549-23. Ремонтник, очки. Слушай, по-моему, это он. Да, смотри, это он. Ай да я. Опять давай, как для танка, блядь. Заходи, да хуя чести, блядь. У них что, нету служебного какого-то входа для обычных людей, маленьких какой-нибудь? Зачем нахуя такой люк, блядь, здоровый? Ну чё? И опять эта хуйня вылазит. Всё, взрыв. Альфа, Центавра, Солнце, Земля, все. Чё происходит? Телепортация прошла успешно. Вы чё, ёбнулись, что ли? Ачивка какая-нибудь есть? Ну, короче, чё получается? Мы две ачивочки получили. И знаете чё, я, наверное, дрочить не буду. Игруха как бы такая, как сказать, затянутая. Это больше не для летсплея, а, наверное, просто залипать самому. Поэтому, наверное, в следующей серии я уже гляну все-все-все возможные концовки и просто их запишу. Просто концовки, типа VICCP. Вот. А на этом, если понравился выпуск, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, ребятушки, рассказывайте братюням, чтобы получать оповещения о новых выпусках, тыкай колокольню. Ссылки на ВК, паблики, соцсети в описании. А на этом у меня пока что все. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!